Ну вот и лупанул дождь, друзья. Нормальный такой дождик, нехилый. Дождались. Все, работы прекращаем, едем домой. Хватит. Добрый день, друзья, гости, подписчики канала, Агроземледелия. Друзья, раздобыл себе вот такой вот старый совдеповский светильник, который я хочу установить вот так вот сюда, чтобы он здесь светил, на токарный. Сейчас я его почищу, вычищу, вымою и буду пытаться устанавливать. Так, погодка у нас пока абсолютно солнышко, ветерочек. Все прекрасненько, но на обед стоит ливень. То есть мы как бы все за поле, все надо культивировать предпосевная и сеять. Ну выехали вчера, попробовали. Ну сыро еще, дожди прошли. То есть если сегодня не будет дождя, сейчас ветерочек, солнышко. Если не будет дождя, завтра культивируем и послезавтра будем сеять. Ну а пока мы занимаемся светильником. Так, друзья, ну вот мое творение. Установили все работает, все светится. Оп. Тумблерочек немножко косячит. Ну ничего, главное, что включается. И вот теперь все видно. Можно его и сюда отвести, и сюда подвести, а так вот. Короче, и самое главное, что не мешает. Вот так вот оно выглядит. Обалдеть. С каждым днем все лучше и лучше. Все, друзья, улучшаем свои рабочие, скажем так, места. Так, друзья, вот это вот нарезал резцом. Шаг полтора. Диаметр просто на шару. Ну, в принципе, получилось у меня. Покуда нарезал, и у нас уже дождь пошел. Такой облажной зашел. Ну вот, на машине видно, да? Идет дождик. Ну и попутно на новом патроне выточил вот это. Попробовал резьбу нарезать. И выточил вот еще леркодержатель. Сделаем под лерочку. В общем, как-то так. И покуда я точил, Димон, он какую гравоцапу забацал. Тележечка под электростанцией. У меня 6,5 киловатт есть, я там показывал. И вот он на колесиках забабахал. Сейчас будет красить. Вообще обалденно. Вставляется вот как направляющие сделали. Там же ж поперечины. Мертво села, и она четко стоит. И гоняет легенько, куда хочешь, туда и гоняет. В принципе, отлично все. Вот такая гравоцапа. Вот собирались культивировать, после обеда ехать. Оно дождь. Ну, работаем дальше. Подвесили на такую арматуринку. На такую нашу гравоцапу. Сейчас, Димон, будет красить. Процесс пошел. Заводская тележка для электростанции. Красим все. Да, чтобы не текла. Она, бляха-муха, как заводская получается. Такая классная.
я пойду позаглядываю, оно мне надо 300 лет. Да, электростанция, она тяжелая, 96 килограмм, это вручную ее не натягаешься. Это вот, вот так вот раз и прикольненько. Отлично. Вау. Вот такая у нас гра WhatsApp. Это Геннадий Недряга написал мне. Говорит, гра WhatsApp забацаете. Вот она и есть. С этой стороны колесики. Два вращаются от эти. А два мертва. Вот она и... Олег фермер столики делает, а мы тележки, да? А крестьянин что? Он вообще с Ютуба вообще потерялся, товарищ. Как только монетизацию отменили, так он ему Ютуб нафиг не нужен. А он нижняя тоже так позакрашивать. Да хорошо, что ты краску выдуваешь лишнюю. Отлично, Дим. Вот от этого. Вот здесь. Давай я колесо так подверну. Вот здесь покрашу. Хорошо. Вот. Теперь баллончик переверни и низ дуни как раз. Вот эту вот планку нижнюю. Ну все, в общем, покрасили. Ну все, друзья, дождь пошел конкретный. Вот, вот так вот меня спрашивают, почему ты не сеешь, почему не культивируешь. Куда? Через день дождь идет, вот через день. Вот и занимаюсь. Под лерки выточил. Леркодержатель один. И вот под маленькие там восьмерочку, шестерочку. Второй. Резьбу нарезали. Сейчас буду болтики затачивать и вкручивать. Вот это вот каждый день, а такая погода. И когда феять? Бог его знает, когда феять.